Всем привет, с вами Салют Бегусь, и сегодня я вам покажу, как устанавливать лица на игру Football Manager Mobile 2018. Перед началом ролика поставьте лайк, как только набирается 5 лайков, я выпускаю следующее видео по игре Football Manager Mobile 2018. Что нам нужно для того, чтобы установить лица? Нам нужно вот эти 4 предложения. Есть проводник, сама игра, флут и The Archivator. Что нам нужно сделать? Мы заходим на сайт FMM Vibe, оставлю ссылку в описании. Находим вот эту вот папку, вот она. Вот этот файл, нажимаем. Download with torrent. Тут есть Light и стандарт. Light, как вы можете снизу прочитать, это 2000 фотографий основных игроков. Стандарт это 37 тысяч фотографий игроков. Мы нажимаем на стандарт. С помощью флуда это будет закачиваться, нажимаем плюс. Как только закачается, я вернусь. После того, как файл скачался, мы заходим в ES-проводник и находим папку Download. Здесь мы должны... Вот в чем различается между установкой логотипов и лиц. Мы не сможем разархивировать лица в ES-проводнике. Вот смотрите. Вылетает вот такая ошибка. Для этого нам понадобится The Archivator. Заходим сюда. Находим Download. Face и распаковать здесь. Я вернусь, когда все распакуется. После того, как мы распаковали этот файл, мы заходим в ES-проводник и в Download. Здесь появляется вот такая папка. Вот она. Что мы делаем в ES-проводнике? Мы выходим на вот этот рабочий стол, Android, Data, находим нашу игру, Files, Installed, Graphics, Pictures и Players, Normal. Вот здесь у меня было много разных папок, но если у вас они есть, то удаляйте их и оставляйте только Default. Вот, что мы делаем? Вот как вы удалили, что делать дальше? Заходим в Download. Вот это папка, копировать, и выходим, идем туда же, Android, Data, наша игра, Files, Installed, Graphics, Pictures и Players, Normal, и вот в эту папку мы вставляем, вот у меня, видите, уже вставлено, ну вот, перезапись. Ну, вы просто записывайте, а я не буду уже. В принципе, вот и все. Давайте посмотрим, получилось ли у меня в игре, появились ли у меня лица. Сразу хочу сказать, что здесь есть лица многих игроков, но нет лица молодых. Ну, вот, допустим, на примере Барселоны я вам показываю. Пако Алькасар, Жорди Альба, Видаль, Вермален, Мтити, Туран, Терштеген, Суарес, Денис Суарес. И вот молодой 18-летний, у него нету лица, ну, в игре. Может быть, его добавят попозже. Если вот берем, посмотрим другой клуб из чемпионата, допустим, Германии. Боруссия Дортмунд. Ну, как мы видим, тут тоже есть. Вот так. Что еще хочу сказать, что загрузка последняя в Default будет достаточно долгой, лично у меня она была практически 2 часа. На этом, в принципе, все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, до свидания, пока.